Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале своими руками. И сейчас мы будем делать держать этот телефон в машину. И делать мы это будем из подручных средств. Поехали! И для этого нам понадобится зажим и резинка. Для начала возьмем зажим и согнем вот в этом месте. И должно получиться примерно вот так. Дальше берем резинку. И вуаля! Вот такой получился оригинальный держатель. Ну что, пойдемте тестировать. Вот и все, друзья. Спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.